Людей нету У кого этого. есть чек? На что? На что? На фласке. У меня. Надо скачать. Чекай. Сейчас чекай. Смотри, Луби с фласки. Так, Гуччи есть. Мосса. Линконет просто. Нету. Линконет мутно есть. Я уже больше Луби с фласки и в 10-40. Мангуял. Дает больше, чем Мангел. Да какая разница? Есть. Фласки нужны, у всех должны быть и приподы. Лу, дай бензин. Никто сколько дает. Да, у меня есть. Знаете, такие табели пригодится, мне все равно не нужны. Три фурика, пожалуйста, называйте стакать эти расходы. Кого еще нужны фласки? СПД, ДД. Ребят, звезде обмен дали? Клыкачу. Слышишь, а ты можешь мне поменять 10 фласок на ап? Я тебе дам на ап, а ты мне на СПД. Давай. Вот ты мне тоже можешь дать лучше на ХП. Будущему протовару. Спасибо. Еще кому-то надо фласки? У кого нету фласок, давайте я выдам, ребят. Всех, значит, есть. Чек на готовность. Вы должны этим закупаться заранее. Припоты по-любому. Это если фласок уже денег, то и припотов нету. Твинти. Мышку перетыкает, написала. Угу. Да, у меня тоже USB-шная, так неудобно. Скиньте мне макрос по фокусу, а? Кто-то. Может потом? Ребят, давайте перекурим 3 минуты. Никто о, не давай. Будет против? Я только зайду, уже жду. 3 минуты, смотрите, ребят. У нас времени максимум это 10 часов. Если мы синдру не убиваем, значит да, открываем. Потому что после если убьем, тогда идем на лича. Вот вам мотивация. Если убьем, то хоть до 2 ночи. Не, все неплохо в целом. Даже почти никто не косячит. Я так думал, когда мы еще прохал убивали. Ну, бля, рейд такой, сука, заряженный. Все четко делают, как залетели на лану, тут пошло веселье. Так вот, у нас такое есть. Я аж удивился, смотрю, рейд слаженный, вообще четко так все делают, на профи там все бегают, все как надо. На самом деле чуть-чуть ДПС у нас не хватает, видишь, мы даже глыбы, мы не сливаем под фазу, нам это уже минус. Да, они должны лопаться, как танк развернулся на дорогу. Проблема в разделении. То есть, если бы там топ ДПСеры не ходили на самую левую и на самую правую глыбу, вот так бы там люди оставались. Я, допустим, стараюсь, вот кто топ ДПС, я их стараюсь в первую очередь слить. Там, допустим, от Ю, видишь, он чуть дальше становится. Но, опять же, не сильно это поможет. Задумно, тебе тоже освобождёнка по КД висит, да? Это пипец. Не, ну, на... У меня только один раз было, чтоб при пуле не дала. Я чуть-чуть вырвался, а потом, видишь, ну 7 штук, и меня шотнуло на второй фазе. Поэтому на второй надо не больше 4, как я понял. Ключ одевай. Настакало юзаешь. Да ну просто нереально под прок 3, когда все идет, именно еще. Ребята, напомните, пожалуйста, освобожденка здесь АУЕ бьет или только тебя? 25 АБР. В Гере АУЕ, тут просто. Только по цели, в Гере по всем. Хотя я задумчик, возможно, завтра появлюсь, если погода будет говно. Ну, я сейчас шаманский бубен куплю, братан. Завязывай. На покупаться съездить на карьер. Ой, я сегодня 2 раза аж бубен, не поверишь. Да, а завтра? Да, завтра тоже есть время, посмотрим. Да ну, не, я лопосос. А завтра чё? Вроде дожди обещают, вторник, среда. Сань, ну извини, пожалуйста, я ж... Не-не-не-не-не-не, я ж это... Понимаешь, я иду на самые дальние глыбы, на правую, бывает, на левую.
И бывает, даже перебегаю с правой на левую, если вижу, не поддамаживает. И успеваю как-то анонсировать. Нет, я все прекрасно понимаю. Просто люди, которые мало опыта у них, они не все глыбы эти видят с угла. На готовность. Ну да, вон. ХП бары включили, еще только не хватало анонсировать глыбы. Количество ХП. Кнопка В или Shift В. Еще раз чек на готовность. Оп, я окно свернул. Так, все здесь, отлично, чёт на пул. Бафы проверили свои сразу, фласки, если кому-то надо, пропейте. Готовимся, штрудели есть. Едим уже штрудели. Живала? Там что-то не мешалось, оно. Ладно, Фофик. Поставишь нормально на это, на следующий. Это ничего, главное, чтобы на второй фазе было стояла она хорошо. С обморожением следим, также с освобожденкой, ребят. Бежали. Воздушная фаза, готовимся. Чопс, мультик, лыкач, гучи, твинси. Отлично. Справа. Гурский, аккуратно. Близко с... По центру чуть правее. Там же. По левых стоп. Справа. Разбили глыбы, бегом. Во, так должны глыбы разбиваться. Правильно. Расколы. Определять надо. Добили там 25%. Побежали в следующую битву после бомбы. За стаками следим. Бежали. Зенус, следи, отбегай. Не успеваешь отбегать, прожимай ложный выпад, либо кош. Да, я прожал, меня научили, спасибо. Отбежали. Воздушная фаза, готовимся. ATU, мульти, лождан, тавар, орхидея. По центру. По центру чуть правее. Шейпер, Азенус, алло, лево. По центру чуть-чуть правее. Разбили глыбы. Расколы. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая мания
За стаками следим. Отбежали. Под кошем убило. Да, у нас да. Есть БР? Иду. Это третья взлетка была? Да. Mm-hmm. Мастерал Моса задум Твинти Шансунг. По центру, чуть левее. Слева. Далеко. Справа. Где? Слева. Разбили глыбы. Геру. Наклоняемся. Стаки особо не набираем. Войд на центр. Ступенька. Ого, да. Не все отходят. Вот шейпер налево. Центральную не разбейте. Сейчас будет обжигающий. Кстати, где он там? Отлично. Центральную не разбейте только. Ну ничего, что там задохнулся. Он задохнет. Да я не увидел по ХП. Да и дык дымыч лег. Нас два заморозились, потому что. Потому что не отошли. Я сказал, отошли на ступеньки. Ну кто там лег? Ребят, там вы можете стоять здесь, да, на второй фазе, на максимальном рендже. Вот у вас рейнджа хватает. Бегли. В тавера, в тавера. Ребят, ну реально какие-то глупые косяки от вас. Один не отошел, уже в минус. Я сейчас не в центр. Я сейчас не в центр ставил, потому что на центре кто-то был из людей. Убить этого, потому что поставил, ложиться рядом. Если ХП будет мало. Может, пятого хила где-то на дебаке. КНТ спасет от того, что люди не разбегаются. Потому что если 4 освобожденки на хилов кинется на второй фазе, это будет беда. Че не парься, она пока дана. Он не отбежал. Заметил, чья глыба была? Не знаю, я не видел. Ты не отбежал, задум? Да. Так, если такая ситуация, пусть РДД помогут с глыбами. Босс туда не раздамажит, никому будет. Рыба стоит, кушаем. Да берсы там время есть. За босса ты не переживай. 5 минут до берсы остается, так что все нормально, главное не умирайте. Первые фазы все нормально, все сделали все. Робот, да, вообще странно, им постоянно мажет и выйдет, а блин, тоже минус ДПС. Майк, инту бафни. У кого, у тебя задум? Да. Может, у тебя меткость не собрана? У тебя есть 17%? У меня 14 под ШП собрано ровно. А, ну тогда тут не должно быть промах. Даже подожди, у меня сейчас 16, я ж поменял пушку. 16-24. Должно быть 17. То есть, у него 16 твои. Нет, 14 свои должно быть, плюс 3 от ШП. У него 16 твоих. А.
Чек на готовность. Приста баф дайте, а то мне вообще хп нет. Так, ладно, поменяю позу, попробую. Так, все готовы, чуть на пол. Готовимся, что трудили есть. Кушаем. Стаки, не забываем. Отбежали. Ну алло! Отбежали воздушные. Не дам, пожалуйста. Спокойно. Мастер Ла, Рал, Лу, Этю, чуть-чуть, Лапасос Мундиал. Близко справа, между глыбами. Сам получил. Да, 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 справа. Недостаточно уклонился. Справа далеко. Центральную, смотрите, не разбейте. Другие подбивайте. Где? Слева. Слева. Разбили глыбы. Если глыби, то левый вообще никто не бьет, так понял. Только я тебя, братан, бью. Орхидея, бей, резенс. Тоже бью. Расколы. Могу тебя спринтить. Попробуй. А что умираешь? Со спринтами. Бежали. Воздушная фаза. Медвей, Клыкать, Лопасос, Тавар, Вудшейпер. Лимон, поанонсируй. Бомба слева. Второй слева, глыбы. Бомба. По левой стоп. По левой стоп. Да. Отбивайте, тихонько только убивайте. Бомба далеко слева. Правую убейте, по второй слева стоп. Разбивайте все. Левую. Расколы. Ребят, не забывайте про расколы, это ваш ДПС. ДПС рейда, кстати. Не забывайте про командную игру. Ребята, кто мне скидывал, как ветку вкатить? Потом. Отбежали. Здесь ваш
Воздушная фаза. Эйтио, Вилочек, Клыкач, Лачдан, Тавр. Чего в центр побежали? Нормально, нормально. Близко по центру, между клубами, спрятались. Спиной. Справа. Справа около клуб. Справа. Слева. Разбили клубы. Геру. РДД играет по боссу. Много не страйкайте. Орхидея на... налево. Налево орхидея. Разбили милишники глыбу. РДД по боссу. Дык-дымыч, на центр. Отошли с центра. Прикольно. Нормально. Вот что произошло. Да. Ну, это... Сбивается. Да, сбивается. Я даже не знаю, что тут сказать надо. Классир. Не, неплохо шло, очень неплохо. Ну, это как понять, ебать. Сирус.су. Да, Сирус.су. Меня, по-моему, дежавю. Мы так первый раз, когда пытались десятки убить, это десятка все такая хорошо. Же, да, такая же борода была. Ну вот, я не знаю, это уже не рейд виноват, как бы рейд нормально делал, вот такие таймеры. Не-не-не, рейд нормально, ребят, это просто таймер. Гоуга по Сирусу. Привет тебе. Нет, нет голды на починку этого мульти. И вот когда надо всем умирать, а за нас не умирает, да? В таких моментах он бессмертный. Мультик, ты где? Портуйся. Поставь гучу рыбу, пожалуйста. Сейчас, секунду. Дай саппорт. А чё, до этого не брала? У меня тогда свой был. А. Мне не нравится, надо второго армса спекаться, понял? Будем тестить пока ДПСик. Лучшейпер, ты можешь сделать себе макрос на этот вмешательство в лилушика? Как делаем мы с Файдом, а? Чтобы не понять. Поставил шрифт с регами, закупитесь, если кому-то надо. Кому-то надо, починитесь. Сильно? Смотри, когда тебя притягивают к боссу, босс стоит по центру. Обратили внимание на звезду? Вам надо добежать до вот этого расстояния. Этого расстояния хватит, чтоб вас не шотнуло. Он мышку, походу, не может развернуть, чтобы персонаж бежал в нужную сторону. Если у него проставлено этот, как его, бежать влево, бежать вправо на А и Д, можно просто повернуть чуть-чуть мышку и бежать вот так вот. Ну да, я так и делаю. Боком по параллели. Бачком. Да. Ничего сложного. Ну, очень в крайнем случае, если у тебя древний комп, короче, ты можешь бежать просто прямо в босса. Далеко он в ту сторону и вернуться обратно. Но это потеряет. Тебя никто не захилит. Да. Ну, там не надо с этими соображениями ходить.
Давайте. У нас еще буквально два трая. Потом я поверил. Можно? Конец, Алёный, потом. Это, а кто мне дал... Кто мне... The Doom. Ну, как? The Doom. Шо? Кого позвать? Твинси. Шо, Твинси? Шо, The Doom, Твинси? Шо я сделал Юльке? На готовность. Плохо. Здесь я не представляю, как я хочу спать. Че, ладно, где? О, это ты. Держи. Еще раз чек на готовность. Хочешь? Угу, кофе налить. А, ты чё меня сдал, мерзавец? Нет у меня макроса. Вот так. Срочно отойти на волочёт. Чё это за лаги в Дискорде? Жесть. Артём стал Дарт Вейдером просто. Расколы. Убежали. Ой, бля, я дурак. Воздушная фаза. Мульти Шансунг Чопс Моса Мангиал. По центру чуть правее. Слева. По центру близко. Правые смотрите, не убейте. По центру между глыбами. Аккуратно. Убили глыбы. Лопасос, дай помастерал ОБР. Глыбы, алло. Моса по задуму. А повесь. Ребят, все, по-моему, 237. У всех лагает, баф... нет? Нет, баф нет. Повару. Не ресайте меня. У меня слайды просто. Как отлагаешь, скажешь, отбежали. 740. Отлагал, нет. Да я не знаю, показывает 742 задержка. Ну вроде чат тут. Мне не лага. Не лагаешь? Мос АБР есть? Отдавал, нет. Воздушная фаза. Мутя КК Чопс Ладждан Тавер. Слева близко, слева близко. По центру.
Близко по центру, около глыб сразу. Слева. Разбили глыбы? Давайте, если есть БР. Моса есть БР, нет? Орхидея БР, если есть. А-а-а-а-а-а. Что? А еще есть скейтборд. Давай БР, ой, ГП. Чё? Сдох? За БР на него слили. Чё, эскейп прожал, что ли? Аккуратнее, все хилы с освобожденкой были. Отбежали. Мультик, гимн на ХП. БРов нет? Нет. Воздушная фаза. Торбойс, Чопс, Пан, Азенус, Тавр. Двигаемся. Слева. Слева. Близко, очень близко слева. По центру, около глыбы центральной. По центру, там же, около глыбы. Разбили глыбы. За стаками следим. Готовимся отбегать. Первый глыб куда? Сейчас должен быть обжигающий холод. Не будет. Вторая фаза. Давай, твинси. На центр, давай. Метку на фул захиливает. Блять. Через метку пролетело, офигенно. Мастерал также на центр. С центра ушли. Глыбу только не слейте сразу. Отбегайте. Гучит, дай гимн. Лун налево. На ХП? Да. РДД, помогите, да берси еще до хуя. Кто там? Блять, не вижу. Мультя. Анонсируйте, меня не видно. Из-за этой, из-за картинки гребаной. Стаки не копить. Вот шлейпер. Отойди, ДК. Ага. Прожимов нет. Прохил ДК дымычем. Геру так-то не дал. Тавр на центр. Макс, а Геру не... Геру. Прятаться за глыбу надо, чтобы не прилетать. А вы не прячетесь, стоите рядом. ДК дымыч. ДК прожмись. ДК прохитри. Разбили глыбу быстрее. Милишники. Дай БД, дай капли, ДК Винару. Пока я в глыбе. Идти на центр. И
где умер. Вы метки-то прохиливаете, Хил? Турбойс налево. Глыбу разбивать. РДД по боссу играть. Пан на центр, пан на центр, быстрее. Готовимся прятаться за глыбу. Спрятались за глыбу. Вот. Кто не должен прилетать? Разбили глыбу. Лопасос налево. Ходи. Тела разбить. Тела разбиваем быстрее, милишники. Дыгдымыча прохил. Бля, попал, прожмись. Мангиал на центр. Прожмищит маны. Защиту от льда. Разбиваем, разбиваем, разбиваем. Чопс налево. Босса вообще не бьет, смысла нет. РДД, играйте по боссу, алло. 20 секунд, Берси. Милишники по глыбе. Почти полрейд РДД лежат. Мангиал на центр. Скорее всего. Один. Бам. Пятого хила надо, скорее всего, он в той фазе, что вообще. В хиле сейчас нет проблем. Проблема была, вот сейчас нормальный был трай, но когда народ начал падать, очень много на РДД было освобожденки. В результате РДД конкретно тупо так сидели, так и смотрели в экран, потому что больше вас так остыкнут, все. Пол рейда сдохло от низхила уже на второй фазе. Ну что, ты будешь или дальше? Да. Да сейчас нормально убьем, уже лучше было. Да, убить, это конечно. Не лучше было. Ну, типа, да, довели, но там перса была, потому что упали все РДДшники, и только милики разбивали глыбы, а просто никто не дамажил. Трай. Я еще смогу сделать. Потом я уйду. Потом я тебя выйду. Ты обычно, обычно миликов 8. И два танка в рейде. Поэтому 8 миликов бьют глыбы, чтобы РДД били Синдру. У нас миликов 5, да? Поэтому 3 РДД должны переключаться в глыбу с ними. Переключайтесь те, у кого самый плохой ДПС. Самый низкий. Переключайтесь в РДД. Милики успевают. Они успевают. Ну, если милики успевают, значит, должны подключаться 3 РДД. Вообще РДД по Синдре играют. Димон, милики успевают, потому что некоторые милики просто играют в босса. Просто играют в босса, когда уже глыба упала. Я сказал, РДД чисто по боссу. Милики играют по глыбам. Я успел по глыбам играть и по боссу, как бы. Да, я еще не заанонсировал Геру, мой косяк. 600 хп, не да, убивает, но до следующей глыбы у нее не успевает, если 3 милика только. Если может, милики фулл 274, тогда да. Может, если еще у нас больше миликов, если что. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9. Нормально. 9 миликов. Больше, чем нужно. Больше, чем нужно, и это достаточно, чтобы убить глыбу. Конечно. Шрейпер больше в глыбу надамажил, чем в босса, блядь. Фулл баф дали. За фласками следим. Тебе на, Лимон? Нет, я только что выпил, потому что я почувствовал, что можем убить, и, ну, короче... У меня еще час. Тебе крутую? Не, не надо. У меня 55 минут. Тавр. Хоть 2 часа, но тем не менее.
Интересно. А, пусть будет вот эти. Ну, если этот сетап же был видно на следующем трае, то можем убьем. Ну, на следующем, когда. Да, хотя... Да. Мы собирали 2 очка. Если бы мы собрались раньше, мы бы, у нас было бы больше времени, и мы бы ее убили. Надо да просто ладно, вовремя заходить. Ладно, мы убьем. Не надо, да. Тут может. Ее надо по-любому убить. Чек на готовность. Вмешательство иногда подводит, короче, в танк дал вмешательство опять. Все готовы, отчет на пол. Готовимся, штрудели есть. Сели, едим. Хилы хиляют. Отбежали. Воздушная фаза. Войд, Шансунг, Лилуч, Адзенус, Твинси. По центру. Слева далеко. По центру чуть-чуть правее. Глыбу не разбейте только. Раньше левый. Времени. Этот, около левых глыб. Около левых глыб. Разбили глыбы. Оперативней. По боссу. Кто вместе со всеми? Отбежали. Аккуратней. Воздушная фаза. Фридом. Медвей, Клыкач, Лопасос, The Doom Tower. По центре. Анонсируй. С другой стороны забежали, справа. The Doom умрет. Гуччи, дай гимн. Посередине близко. На хп. Да, на хп. Череп. Отлично. Справа, посередине близко. Убили глыбы, бегом. Расколы. За стаками следим.
отбежали. Вот сюда она. Да, конечно, ладно. Бежали, воздушная фаза. Мастерал, мульт, тягучий, лилуч, лапосос. Слева близко. Справа близко. Чуть-чуть по центру, чуть правее. По центру. Около центральной глыбы. По центру. Разбили глыбы. Быстрее. Геру дали. Пан налево. Милишники разбили глыбу. Где глыба? Тавр на центр. В центр ушли, готовимся прятаться. Алё, ну как, Саня? Прятались. Прохил. Убили глыба. Чопс налево. РДД играет по боссу. Шансунг на центр. Беги параллельно, беги в желтую метку, тебя в центр несут. Мульт отдает гимн на ХП. Лис, теряешь секунду две. Лапосос налево. Шансунг гимн на ХП. Давал. Блять, сейчас притянет. Вождан на центр. Готовимся притянуть, что будет. Так и нет. Не убейте глыбу раньше времени, убили. Вождан налево. На полме. Быстро разбили глыбу. Близко не стойте, но ребята, две глыбы. РДД по боссу. Гуччи на центр. Блин, вы что, издеваетесь или что? Хильте, хильте. Шман, разбейте, либо... Все глыбы в сторону РДД теперь. РДД, да, и этот, как его, фигню свою, Азенус налево. Все фулл ДД в босса, добивайте три ляма. Захиливайте рейд. Глыбы больше не бейте. Давай, 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 давай. Глыбы давай, больше давай, не давай. Бейте, добивайте босса. Все в сторону. Я на центр. Не надо центр. Нет, отойди от него, Ромик, отойди. Винси, отойди. Да вот туда едят. Добивайте, нормально. Хер сдаю Сакру. Сакру отдаю. Уходите, бейте, уходите бейте. Быстрее. Бейте, да там стоит. Добивайте, добивайте. Бегу, бегу, и чумой спамлю, ебать. Я просто сказать, а после того, как с глыбы почему-то вышел, какого-то лешего, он тупо экран в пол, и он сам побежал. Вот вообще сам побежал. Я как увидел, что я возле босса, поднял экран возле босса, ноги, прыгнул в кошку, побежал. А буквально понты не успел от центральной глыбы. Алича, идем? Да, я думаю.
Погнали. Я же говорил, если это, то я остаюсь. Ну, пожалуйста. Тёма, просто когда остается так мало ХП, его надо сразу бурсить. У меня проценты. У меня чисто проценты стоят. Нормально, уже 8% можно бурсить. Что там упало? На Эрдру часы. Эрдру, демон, часики, печенка какая-то напала и еще одна. Куда ты? У тебя нет мастера? Две печенки на половину упало. Чего? Ну? Локу, надо печенка? Осторожно, Вальки. Валик, не сагрите. Я подожду. Пробегайте. Ну, чё там? У меня найдётся... Я отключил аддон. Потому что не лагает. Ох, теперь налечу. Сопрот, кстати, хорошо резистит дамаг. Я согрел Вальку. Молодец. Кинь диван, умри, на. Тут... А, бой у нас висит нормально. Молодцы. Ты чё, подбежали? Я вдох. Убивайте, Вальку. Белуш пошёл, скинулся, короче, за вами пошёл. С Любавкой спрашивает, есть ли слот. Нету. Пацаны, а какая это топ-шмотка из, ну, из Т-10 на этого, на ШП? Такая тавер, нам не нужен ДЦ. Че, Алис, ты умеешь ли чё танчить? Ну так бери с Любовкой и Шансунга в ДЦ. Нормально ДЦ что-то. Не убьём Вальку. Слышите, не убьём Вальку. Давайте мы с тобой сагрим. Давай, давай умирать, короче. Лок есть внизу? Нету лока. Слишком много копий, короче. Сдохнуть. Странно, но эти души куда-то побежали. Активно куда-то побежали, я вам скажу. Начало инста или в ключу? Хочешь, я тебе скажу, куда они побежали? Они к нам побежали. К ключу? Ну да. Ясно, скинулись все с обрыва тогда. Зачем? Потому что половина рейда внизу, половина рейда там. Сейчас по-любому еще раз сагрите. Надеюсь, не сагрят. Ну, у нас бой висит, значит, там еще он висит. Я так понял. Все сдохли, порт работает. Но у нас бой, и... значит, он не к нам бегут. Нет, они летают тут, я вот сюда пришел, они летают. А мобы на нас идут, походу, мелкие. А, все, вышли с боя, нормально. Ну, посол, слезь на меня.